Глава 4 книги пророка Осии. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями земли сей, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодеяние крайне распространилось, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль. Посему, будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, остав его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих».